Всем здравствуйте. Прям здравствуйте. Друзья, нам пришел такой негативный в кавычках отклик со словами, что Просины, вы офигели, и вы последний раз Бесты снимали аж в 2019 году. Дима напрягся. Серьезно, да? А мне тогда казалось, как будто это было где-то, может, месяца 3-4 назад. Дим, твое выражение лица надо было слушать. Чего? Вообще. Ну, раз требует, давайте удовлетворим пожелания наших потребителей. Ты меня слышишь вообще? Ну, иногда, да. Дима, а в общем, ладно, по порядку. С вами неугомонные Просины, вы на канале про Икея. Мы единственные в Ютубе, кто знает про Икею все. Я не побоюсь этого слова. Корону поправь. Что поправить? Корону поправь. Снимать-то будем? Ну, продолжай, продолжай, королева. Ютубу. Нас ведь опять с тобой хейтеры налетят, что мы... О, ты тебе красной тряпочкой помахала или санной тряпкой перед ними. В общем, а сейчас мы с вами будем разбираться, что такое Беста. У нас у самих два варианта данной стенки. Первую мы покупали в 2015 году, вторую мы покупали в 2021 году. Дим, вот сразу скажи, качество изменилось с 2015 года и вот когда ты собирал в августе 2021 новую? Ну, изменилось, но незначительно. Оно еще пока держит марку Беста. Поэтому пока вопросов отрицательных у меня в Бесте нет. Окей. Значит, смотрите, что вообще такое Беста? Объясняю для тех, кто сейчас первый раз попал на канал и не понимает еще, что здесь происходит. Беста – это модульная, наборная, условно для России это стенка, угол. В гостиную мебель. Да, но не только в гостиную берут. Ну, я не сложно представить это в спальне, например. Ну, в спальне знаешь, когда берут? Когда над кроватью какое-то обрамление нужно сделать. Верхушки в основном, если берут. В общем, это модульные всевозможные шкафчики, ящики с разными фасадами. Можно сделать зону под ТВ, зону размещения каких-то мелочей. В общем, это отдельные элементы. Это конструктор. Каркасы, внутреннее наполнение. Дальше будут все фасады. Ручки, причем Нижний Новгород очень классный лайфхак сделали. То есть у тебя прям ощущение открывающейся двери, за каждую ручку цепляясь. Ножки, подсветка, ну и здесь заодно, то есть подходящие. Хотя, наверное, есть смысл покупать икеевские кронштейны или лучше в специализированном есть. Магазине? Есть? Если вам не требуется поворот телевизора, как у нас вот дома, то тогда есть. Можно спокойно. Он как раз чем хорош, он узенький. От стены телевизор будет недалеко уходить. Это сантиметров, наверное, так. 2-3 от стены. Ну, это как раз вот самая тема. Мы с чего начнем? Тема. С каркасов? Да. Пойдем. Мы пользуемся моментом, пока здесь нет сотрудника, потому что чаще всего здесь снимать сложно, здесь люди. Итак, Беста. Это разного формата, разной глубины ящички. Ну, не знаю, ну не ящики, каркасы все-таки это, да? Давай начнем с большого. Раньше Беста вообще было даже у нас, у родителей, вот первый как раз от 2015 года, с элементами внутренних вешалок, что можно штанги сделать, то есть, ну, как шкаф такой. Сейчас все-таки Беста – это это хранение именно по полкам либо по ящикам. Каркас 60-40 на 192 – это самая максимальная высота под размер двери. То есть вы можете нарастить, как вам удобно, но вот если единый цельной, это максимально. Дим, давай покажем внутренности. Вот как раз у меня вопрос вот к этим дырочкам. Ну смотри, один раз ты вставил, второй раз уже они такие размахренные получаются, да? Да, все верно. Ну это в принципе у большинства. Цвета под беленый дуб и черно-коричневый. Кстати, Беста сами каркасы трех цветов. Черно-коричневый, беленый дуб и белый. Мы с вами до этого дойдем, когда, ну, наверное, будем показывать уже на выставке готовые модули, чтобы вы понимали. Верхний каркас, его же можно, в принципе, использовать и вниз. Вообще, Беста, чем мне нравится, вы можете верх менять снизом, как вам удобно. То есть нет таких критериев, что это строго верхнее и по-другому использовать нельзя. 60-40 на 38. Цена 1900, цвет белый, черно-коричневый, подбеленый дуб. Вам сегодня очень часто будет попадаться вот такой ярлычок. Этого товара нет в наличии. Потому что, ну, плоховастенько. Беста приходится ловить. Дальше. Беста, помимо высоты, да, делится еще и по глубине. Вот как раз разница 40-я и 20-я. Поэтому я говорю, что Бесту можно поставить в любое место и скомпенсировать, то есть удобное хранение, исходя из ваших размеров. Так, идем по порядку. 60-20 на 64, то есть вот мы смотрели с вами 60-20 или 40 на 38, это на 64, то есть почти в два раза.
использовать как наверх, так и вниз. Но это очень узкое маленькое хранение. У нас тоже, по-моему, у родителей такая глубина узенькая где-то была. Нет, у нас широкая. А, мы просто саму эту нишку маленькую брали, а по глубине мы все брали полноценные. Так, идем уж по порядку, чтобы не путаться. Накладная шина на 60 сантиметров. Дим, скажи, пожалуйста, есть ли смысл ее покупать или можно, в принципе, сэкономить? Я без шины устанавливал. На дюпель гвоздь. То есть, если мы сбрали... Она хорошо пойдет, если вы будете использовать нижнюю часть беста без ножек. Под весом. Да, под весом. Да, тогда тут уже целесообразно покупать именно вот этот... крепление. Кстати, вот если ты... у вас ножки, то тут уже 50 на 50 по вашему желанию. Но ты делал на ножке и без, да, шины. Да. То есть, если у нас стенка примерно 2,5, ну, 2,40, по-моему, у нас получилось, то есть мы сэкономили умножить на 4 1600. Да, 1600 мы сэкономили. Вот, кстати, цвета фасадов. Не фасадов, а каркасов. Белые, беленый дуб и черно-коричневые. То есть, в принципе, БСТ – это классика, она сочетается со всей остальной киевской мебелью по цвету, она не выпадает. Давайте дальше разбираться по каркасам. Мы смотрели с вами единичные по 60 сантиметров, есть широкие. Но сейчас мы смотрим тумбу под ТВ. В чем разница тумбы под ТВ от обычных каркасов? Можно всегда сказать... Простите, пыльно, потому что все потрогало, руки к носу. Так, в общем, тумба под ТВ. 180-40 на 38 и 180-40 на 64. То есть они одинаковые, отличаются только высотой. Разница в цене ровно в 1000. В чем фишка именно тумбы под ТВ? Здесь есть вырез для того, чтобы спрятать все провода. Дим, покажешь? Не успевай за вашими мыслями. Теперь давай вот сюда заглянем. То есть к вырезу, обычные фасады, они глухие, а к вырезу прилагается доп. Элементы, в которые вы можете все спрятать. Хотя, в принципе... А, это тоже туба под ТВ. Это 1,80 м. Есть туба под ТВ короче, на 1,20 м. Сейчас мы до нее дойдем. То есть вот это половина каркасов, из которых вы, в принципе, можете составить свою стенку беста. Дальше пойдем. С какого? Отсюда, оттуда? Ну, как раз отсюда начнем. 60-40 на 64, а мы, по-моему, смотрели. А нет, 60-40 на 38 мы смотрели, а это на 64. Дальше. Не сказали, знаешь, про что с тобой? Что у Беста есть еще и верхние панели. Вот здесь представлена прозрачная верхняя панель. Ее, кстати, не сильно заметна, но она, получается, законченность несет. То есть она все вот эти шовчики все закрывает. И уже такой цельной монолитной системой смотрится. Есть в черном цвете, но я, конечно, не рекомендую. Вот пылище с нее протирать нужно будет бесконечно. Лучше уж, если так, то белую брать. Так, верхняя панель вот именно на этот размер, 60 на 40, стоит 1000 рублей. Вообще с верхними панелями туго. В наличии сейчас в нижнем белая 120 на 40 и черная 180 на 40. Дальше каркас 60-40 на 128. Тоже цвета черно-коричневый и белый. То есть вот вы фишка Беста, можете сделать лесенку, можете сделать разброс, как вам удобно. То здесь уже фантазия не ограничена. Так, дальше идем. 120-е каркасы. У нас их несколько видов. Каркас 120-40 на 64. Здесь же сразу Икея поставила варианты полок. Вообще полок на самом деле не так много. Полка есть стеклянная, она есть на все размеры. Ну, чтобы вы понимали по ценнику, 56 на 36 стоит 500 рублей. Кстати, у Беста есть очень хорошие... Господи, кто он? Как правильно назвать? Где комплектуется все? Планировщик. Угу. И вы можете самостоятельно спланировать свою стенку. Но здесь главное, чтобы элементы друг к другу подходили, не ошибиться. Полки есть белый, черно-коричневый, под беленый дуб, то есть цвет фасадов, есть прозрачные. И есть полки, ну, как доп-элементы. Вот такая вот подставка для 6 бутылок хромированная на стоит 1700. Она именно такого размера. То есть это уклон для тех, кто делает бар, например, в такой системе хранения. И есть еще Беста, держатель для бокалов. Ну, сюда, конечно, 1, 2, 3, 4. Это количество 1, 2, 3. Да, количество держателей. В каждый держатель, наверное, по 3 бокала можно уместить. Не менее. Вот раз, если, да? 2, 3, да, даже по 4. В общем, можно сделать полноценный бар. Кому надо.
Так, точно такой же каркас, 120, только уже 40 на 38, это у нас 64, это 38. То есть, ну, не совсем половина, если 38 сложить пополам, там получается чуть больше 70, здесь 64. Дальше, тумба под ТВ, мы с вами смотрели, длинный 1,80 м, это тумба под ТВ на 1,20 м, все то же самое. И вот о чем я говорила, когда мы переплачиваем за тумбу под ТВ, у многих вопросов, зачем мне переплачивать. Если вы планируете прятать провода, то в обычном каркасе, можешь показать? Этого нет. То есть вырезов никаких нет. Придется придумывать самим. Хотя и можно вырезать. Прося, не все рукастые. Есть вот не рукастые, как я. Но пылище здесь. Так, с каркасами, с полками, с внутряшками разобрались. Дальше. Помимо полок можно еще поставить ящики. И ящики будут закрываться фасадами. Ящиков два вида. Узкий и широкий. Вот это 60-15 на 40. А это уже глубокий ящик. Но ящики мы лучше покажем полноценно на выставке, где сборные готовы. 60-25 на 40. То есть высота ящика либо 25, либо 15 сантиметров. Ящики тоже идут разного цвета. В ящиках все-таки удобно хранить. У нас, да, у нас ящиками все-таки... Миша бардака, и он рассортирован. А петли и... А, вот они, Дим. Только странно они это представлены тут. Почему? Ну, сам эффект, он виден, когда дверка прикручена к петле. Они а тут отдельно. Да? Ну, вот смотри, в комплектации сейчас общая. Если раньше нажимной механизм продавался отдельно, сейчас нажимной механизм отдельно не купить. И петли без нажимного тоже не купить. 600 рублей стоит комплект из двух петель плюс нажимной механизм. В принципе, ходит хорошо. Но вот у родителей с 15 года петли в порядке, ничего не Ну, петли в порядке, дверки не провисли. Да, то есть все на месте. Да. Так, здесь вроде ничего не упустили. Про каркасы сказали, про стекло сказали, размеры показали. Вообще, вот я, мне бы, например, было сложно, чё, какие каркасы. Я бы вот сначала там поглядела, а потом во внутряху пошла. Так, давайте дальше разбираться. Здесь у нас фасады. То есть, если с каркасом вы в цвете ограничены, у вас белый, черный, либо подбеленный дуб, то с дверцами, пожалуйста, фантазия сколько угодно. Из плюсов исполнения данной выставки хочу сказать. Нижний Новгород наконец-то сделали очень удобно. То есть, я могу снять любой каркас любого цвета и пойти приложить его либо к такому выставочному образцу, либо к готовой модульной системе, просто ну, приложив тот цвет, который интересен мне. А я бы более мелкие дверцы бы полегче, чтобы носить было, да? Ну, это большевато для женщин. Тяжеловато. Так, ну давайте теперь разбираться по цветам. Сверху, снизу. Синдвик, стеклянная дверь под беленый дуб. Здесь стекло. Полностью бумажная пленка. Это если вы хотите в таком вот цвете сделать. Смотри, по беленому дубу вот сразу хочу сказать, потому что их несколько. И если комбинировать беленый дуб, но из разных серий, разноцветица однозначно вам обеспечена. Ну, ты предупреди наших подписчиков, то, что они различаются по тону. Да. Ну, как по шпону. А я вот специально выдвинула. Они могут быть разные. Так, дальше. Вот если синдвик... Это со стеклом. Ханвикин – это глухая уже дверь. Но, смотри, синдвик и ханвикин более-менее в гамму, потому что ты же не сделаешь целиком всю стеклянную стенку. То есть нужно чем-то закрыть. И вот как раз глухие дверцы – это уже у системы ханвикин. Вот они. Еще такой момент. Беленый дуб в любой серии, он всегда полосит. То есть его нет однородного. Ну, что... мы уже об этом сказали. Да. Самая бюджетная серия фасадов – Лапвикин. Да, сказать, у родителей Лапвикин в белом цвете живут и здравствуйте. Мы тоже Лапвикин себе брали, только белые. То есть для нас Best это вот, ну, место для хранения. Так, дальше едем. Синдвик стекло. Уже серо-бежевый. Здесь точно так же бумага. К ней в пару идут глухие двери. Сутервикин уже в полоску. Либо Лапвикин
тоже серо-бежевый. Вот, кстати, Лапвикин больше тоном подходит. Отличается. Вот, вот. Смотри, вот Лапвикин. И вот это одинаково. А это отличается. Да. То есть это прям темнее. Да, да, да. То есть если хотите на контрасте играть. Она вот, мне кажется, подойдет со следующим более-менее. Да. С глянцем, да? Да. В общем, на самом деле миксовать можно как вам удобно. Так, здесь Лапвикин, это тоже ДСП бумажная пленка. То есть отличается именно цветом. Сельсвикин глянец. Здесь у нас тоже ДСП полимерная пленка. Глянцевые всегда такие нежненькие, гладенькие, но немножко капризные в уходе. Поэтому, если детки маленькие есть, я не рекомендую. Сутервикин белый цвет. Зато можем посмотреть, что внутри. Бумага. ДСП бумажная пленка. Печально, что так оторвалось. Металлическая перфорированная дверь. Стекло там есть или чисто перфорация? Только перфорация. То есть она полностью металлическая, 3600, каркас алюминий, эпоксидное порошковое покрытие. Мортвикин. Так, Сельсвикин глянец белая. Дальше у нас Гласвик. Стеклянная дверь. Посмотри, в отличие от Синдвик, у Гласвик... Приподними и покажи, как мат. А ну, давай на руке. Вот так, да, наверное? Да, как вот эта матовая часть отображается. Вот здесь глухое, здесь планка. То есть по окантовке полностью планка, а здесь, может быть, вот так на контрасте масочку синюю. Угу. То есть имейте в виду, если вы такое ставите, внутри какое-то яркое... Ну, это ты плотно подложила. Хорошо, давай вот. Вот видно только силуэт. Ну сколько у меня? Сантиметра 3, наверное. Дальше идем. Гласвик стеклянная. Здесь полностью прозрачная. Алюминий, оцинкованная сталь, стекло. То есть полностью металл со стеклом. Но с такими дверками аккуратно. Их рекомендуем, если вешать, то только наверх. Вниз все-таки есть риск, особенно дети, опять же, если есть. Оствик, прозрачное стекло. Здесь у нас ДВП, акриловая краска, уже не пленка. Кстати, вот когда спрашивают Беста к Паксу, даже вот к Тиседалю, в принципе, подойдет. То есть смотрите, чтобы сочетание было либо по цвету, либо по вырезу. На что-то зацепаться. Смевикен. Глухая полностью дверь. ДВП, акриловая краска. Я так подозреваю, что они с... Оствик одинаковые по вырезам, да, все по всем фронтам, и они будут в пару. В принципе, если нужна еще глухая, Верстервикен... Уже стиль другой не подойдет. Ну да, честно проще. Говорю, да, брат. Простенько так уже как-то. А если... за счет того, что нижняя у нее выемка... А, вот. Ручка, я ее видела. Можно сказать. Да, то есть они разного стиля. Да. Но по цветовой гамме они подходят друг к другу. Дальше Вальвикин. А, мы вот эти брали, у нас Вальвикин, у нас не Лапвикин. Фокус ушел. Фокус, приди. Угу. Вот это наши последние фасады. ДВСП полимерная пленка. Сочетается с фасадами Пакса. А двери у нас Форсант. Вот. У нас просто мелкая, еще мелкая, ей 7 лет, она шпанливая. Мы решили, даже если ребенок где-то что-то нарисует, чтобы его потом не пилить, не пинать. Проще заменить. Дальше. Тиммервикин. Так, тут под текстуру дерева у вас. Да. Постараюсь. К Хемнусу, кстати, хорошо будет. Ну тут обязательно нужна подсветка сверху, чтобы иначе... это все было и играло. Играть иначе не будем. Да. И, кстати, это полимерная пленка. Угу. О, твои любимые. Все, ты помнишь, у меня на такие двери пытался соблазнить? Да. Или сборник. И соблазнил, наверное, со временем. Угу. Не, не надо. Лаксвикен. К Лаксквикену тоже вы ничего не подберете. Только если белые совсем. Не. Не с чем особо их сочетать. С Паксом опять уже такие же двери присутствуют. И все. Синдвик стекло. То же самое под беленый дуб смотрели. Это уже только в белом цвете. Здесь это более дешевое исполнение, чувствую я. Да, здесь бумажная пленка, а там акриловая краска. Сразу видно, вот по этому углу. И цвет сразу не такой белый, да? Да.
Ханвикин и Лапвикин. То есть то же самое, чем мы начинали первую часть выставки по бежу, тем же мы и закончили, только в белом цвете. Но они не кипенно-белые, они больше уходящие в такой, в сероту. Ну, как лист бумаги. Да. Вот, сравнение. Ну, тут она более синий оттенок. Так, отсюда или туда уходим? Ну, там тут, там вместе. Давай. И продолжим. Теперь перешли в темные, в цветные, ну, в общем, разного цвета. Очень одно время они были популярны. Сейчас они по Фэмили, по большой распродаже, скидка 1200. Сельсвикин, бордового цвета фасады, глянец. И очень классно сочетается у Метода. Есть такие фасады. Будбин. Нет, не Будбин. Ой, Будбин зеленый. Будбин зеленый. Обшибся чуть-чуть. Ничего, нормально. Ну, цвет особенный, конечно. Да. Не в каждый интерьер она подойдет. Да ладно, давай ревизору. Глазвик. Стеклянная дверь, которая идеально подходит именно к этой закрытой двери. А глазвик, помним, да, здесь полностью металл. Так. Лапвикин мы уже смотрели под беленый дуб. Белую. Вот это черно-коричневая. Бумажная пленка. Тяжело передать это. Нет. Ну, вот, в общем, это стандартный киевский черно-коричневый цвет. Что у столика флаг, что у столешниц. То есть вот всей такой бюджетки. Ханвикин, то же самое. Даже фокус теряется. На цвете? Ага. Так, приди. Или возвращаю? Все, все. Ну, дальше по логике, да, у нас что будет? Дверка у нас будет за 1700 уже с Индвик. Если белые, а нет, тоже 1700. Нет в наличии. Белую мы такую смотрели, бежевую, теперь черную. Они одинаковые, микс только по цветам. Дальше, вот белую мы смотрели. Тимирвикин такая же в черном цвете, в черно-коричневом. Я не сильно за темно-коричневые фасады, темно-коричневую мебель. Пыль на нее садится при домашней эксплуатации. Ну, либо разбавлять чем-то, либо бегать, вытирать. Каждый сам решает. Так, пока мы идем все по темным фасадам. Дальше глянец черный. Сельсвикин. Кстати, в глянце прям как в зеркале, Юрьевич, да? Да. Тебе там видно? Оно отлично этот в коридор подойдет вот таким. Да? Почему? Глянц, чтобы оно разбавило помещение, сделало его более большим. Черное? Ну подашь потолок натяжной. А, ты про конкретно да, подходишь? Да, у нас соседи, когда приходят в гости и смотрят, глядя на потолок, а что, у вас второй этаж? Да, у вас второй этаж. Путают постоянно. Причем соседи сверху. Да, с пятого этажа. Глазвик, стеклянная дверь. Вот у родителей глазвик висит в белом цвете. У нас получается полностью белые глухие и две вот таких для разбавки. Мы полностью делали глухие белые, но у нас только низ, но сверху нет. Глазвик стеклянный уже там затонированное стекло, здесь прозрачное стекло. То есть, если вы хотите что-то красивое показать. Переходим к серым фасадам. Пикс Викен. ДСП полимерная пленка. Интересный цвет, такой под графит. Вообще, я сначала думала, что он как будто металлизированный, но это пленка. Вестервикин, темно-серый, но нет, сочетание они. Нет, это вот более холодный оттенок, а это более теплый. Так, у Вестервикин тоже ДСП полимерная пленка. Вот эти мне нравятся. Кельвикин. Ламинат высокого давления, полимерная пленка. Не поспоришь. Okay. Нормально так, увесисто. Такая же Кельвикин, только в темно-сером цвете. Вот, кстати, в таком плане можно поиграть цветом, когда фасады на одной фактуре. Тогда вы можете разбавлять уже, то есть миксовать. Ищи. Часто вот так сочетают. Ну, по крайней мере, брали несколько раз. Но больше подходит вот серый. Светло-серый, вот так, темно-серый. Да? Этот уже что-то другое. Это более теплый. Эти более холодные оттенки, а это более теплые. Немножко что-то как бы. Бергс Викен ДСП. Ламинированная бумажная пленка. Чуть-чуть из другой пьесы. Ну, каждый сам решает. Бьорке Викен.
Березовый шпон, ДВП, березовый шпон, прозрачный акриловый лак. Прикольно. Вот это я очень люблю цвет. Сельсвикин. Серо-синий глянец. Очень красиво смотрится. Ну, как бы это актуальные пастельные оттенки, когда не хочется чего-то белого, либо бежевого. Это еще не все красивые цвета. Вот это интересно. Хервикин. И фактура, кстати, тоже, кстати. Да. ДВП полимерная пленка. Бери. Типа, давай название. Посмотрим. Название. Угу. Вот теперь на светлом то же самое. Цвет очень красивый. Кусается? Ага. Положи его на место. Там же листья не дерутся. Так, еще у нас сельсвикин в светло-сером цвете. Глянец. И последняя дверка. Хидровикин. Пока ее нет в наличии, нет, никакого размера нет. За что 4000 просит? Дубовый шпон. Давай быстро пробежимся и посмотрим, сколько элементов для серии Беста отсутствует в наличии. Идите твою налево. Ну давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 навскидку без привязки к размерам. Это только дверцы и каркасы. Да. Половина. Так, давай дальше. Ручки, ножки. Ручки и ножки. Угу. Мы вообще про все эти ручки уже рассказывали. Что про них еще раз рассказать? Еще раз рассказывать? Ручки хорошие. Не, на самом деле, ребят, мы не лентяничаем, просто у нас есть отдельный обзор ручек. Они еще не поменялись. Ручки не поменялись, ручки качественные. Нам нужно не забыть сегодня купить домой вот такие ручки. Вообще, в основном, Беста все-таки делают без ручек. Делают на нажимном механизме. Не всегда. Так, давай по ногам теперь. А, смотрите. Ножки. Ножки нужны в случае того, если вы хотите поставить. Ножка-подпорка 400 рублей, 10 сантиметров серый. В основном берут в глубину, когда ставят длинные каркасы в районе 1,80 м. Это серединочка. Это серединка, да. Это то, что можно выдвинуть вперед. Мерп. Два цвета. Береза и темно-коричневый. Так, сейчас посмотрим, из кого сделали ноги. Ноги из массива дуба. А это массив березы. Подкрутить не получится. Прикрутили наспех. Набор из двух штук. Одноножка 300 рублей. Дальше ОСАРП, желтая медь, красивые тоненькие ножки. Здесь есть небольшая регулировка, даже большая, я бы сказала. Для супер неровных полов. Да, здесь тоже, кстати, маленькая регулировочка присутствует. И на ножке подпорки тоже. Дальше ножка на НАРП, когда вы хотите чего-то более такого металлизированного. Здесь уже ничего не регулируется. Здесь просто мякишки. Сейчас по фэмили 500 рублей. Получается по 250 рублей ножка. Дальше. Стубарб 600 рублей за две ноги. Тоже с хорошей регулировкой. Под беленый дуб и черный. То есть это классические ножки Беста. Они из массива дерева, покрыты акриловым лаком. И вот такие ножки-рюмочки. Как каблучок. Габарб 600 рублей, они у нас тоже из массива дерева. Из какого, не сказано. Черные и белые. Вот она регулировка. Но если сильно регулировку делать, то проще подвесить. Вся, весь смысл ножки теряется, да? Да. Так, подсветка. То, в чем я не сильна, это Дмитрий Юрьевич и Апостаси. Ну, а тут особо-то и разбирать не стоит. Ну, как, тут ничего такого сложного нет. Вот смотрим по инструкции. Основное, покупаем провод под розетку, трансформатор и сколько вам необходимо светильников. От этого и пляшем. То есть вот они варианты. У нас нет подсветки ни в одном Бесте, поэтому нам самим... Со временем все будет. Ой, Юрьевич.
В общем, смотрите, сначала вы определяете из беста, какое, сколько, чего хотите. Потом решаете, где вы хотите подсветку, какую функцию она вас будет выполнять, потому что смысл ставить подсветку в глухой ящик, в глухой шкафчик нету. Есть подсветки в ящик и над каркасом. Вот как бы подсветка внутри. Но это мы покажем вам в интерьерах, наверное. Проще, да, потому что не совсем понятно, да? И плюс есть вот такие накидные подсветки, но они не только для беста. Есть наружная подсветка, а есть внутренняя. Вот. Вот так проще. Здесь уже выбираете по визуалу. Так, про держатели ты уже сказал, отметил, что их стоит брать. Здесь у нас только ножки и кое-что из ручек представлено. Пошли теперь в сами выставки с беста смотреть, что там есть. Теперь уже более интересно. Матчасть закончили наконец-то. Вот как раз, Татьяна, видно подсветку. Вот то, что мы говорили, есть внутренний и внешний. Вот так крепится и так очень визуально выглядит. Как раз выигрышно смотрится стеклянная полочка. Ну, покажи вот здесь. С такой подсветкой она прямо как раз вот эта сама вот эта. Надо именно блики красивые. Да, да, да. А ты сделал общий вид всей стенки? Сейчас покажем и сделаем общий вид. А, раз уж мы начали про подсветку, да? Да. То есть смотри, с подсветкой по факту мы определяемся уже на финале, когда понимаем, какая у нас будет стенка, что там будет стоять. Да. То есть нет смысла начать с подсветки думать. Дим, вопрос, можно ли, например, собрать, начать пользоваться, а потом я поняла, что мне хочется подсветку, ее просто вмонтировать? Да можно, просто единственный момент будет в том, что вам придется разбирать, снимать ящики, чтобы смонтировать подсветку внутрь. Так как нужно трансформатор, во-первых, где-то спрятать в каком-то месте. Я тут не знаю, как это IKEA тут реализовал. Наверное, сам вверху трансформатор лежит. И протянуть розетку. Потому что шнур не длинный. Сейчас я надо сбегать, посмотреть, сколько от розетки шнур к трансформатору идет. Там, по-моему, не больше 2 метров. В общем, резюмируем, что о подсветке нужно задуматься сразу, чтобы потом не перемонтировать. Да, или покупать в строительных магазинах, например, в Леруа Мерлен, провод нужно длинный, покупать розетку и вилку. Ну, то есть не в IKEA. Да. И, соответственно, протягивать кабель. Но это будет видно. Надо где-то в стене, чтобы... Надо заранее заморочиться об этом, если вы хотите подсветку. Ой, заморота-то моя. Так, давай дальше по стенке разбираться. 94 тысячи, такая комбинация, 3 метра на 2,40, то есть в длину 3 метра. Здесь на самом деле очень много зон для хранения, здесь стеклянная красивая зона, куда можно все красивые штучки разместить, разложить. Дальше глухая зона для хранения. Сюда уже, пожалуйста, все что угодно, то, что не видно глазу, а нужно только вам. Соответственно, сюда же можно поставить и ящики. Дальше вся верхняя зона по самому верху. То есть вот о чем я говорила, что очень классно делать лесенкой. То есть вы можете под высокий ящик спрятать, ну, под широкий спрятать узкий. И при этом занять свободное место и будет красиво все смотреться. Здесь полностью зона шкафчиков, полочек. То есть сюда тоже какое-то хранение. Очень хорошо, кстати, в Беста книги хранятся какие-то, если, ну, такая библиотека, которую не на вид в Билли, а спрятать, например, надо. Ну, особо нагружать я как бы не рекомендую. А то скажешь, что книги хранить можно, они как бы тут под завеску закидают. Учитывать нужно разрешенный вес, который можно использовать. А здесь как раз узкие каркасы стоят. Единичные. Здесь вся алкогольная батарея, хотела сказать. Батарея из бокалов. А дальше зона под ТВ, вот как раз тумба под ТВ со стеклянной панелью. И получается раз, два, три, четыре, пять ящиков. О чем говорил, что в ящиках хранить гораздо удобнее. Ну, у нас, например, игрушки хранятся у младшей в ее половине. Второй половине Димина техника хранится. Вот такой вариант. Здесь ценник за счет размера и за счет глянцевых фасадов. Ну, ценник, конечно. Давайте лучше просто покажем, говорить не будем. Я уже говорил. Так, дальше. Беста как раз с теми фасадами, которые Диме понравилось. Вот, березовую в полосочку. 61 500. Ну, здесь, честно, странная немножко вариация, потому что если бы это было в домашних условиях, то, скорее всего, верх был бы, наоборот, заполнен и поднят. Ну, здесь я дизайнер, я так вижу. Нижние шкафчики. Здесь тумба под ТВ. Вот как раз выдвижные ящики.
три выдвижных ящика. Мне все-таки в Бесте очень понравилось хранить игрушки. То есть малая поиграла, все сгрудила обратно, и бардака в зале нет. Здесь просто шкафчики с дверками. И дальше вот она, стеклянная зона. Бесте Свинвик. Вот оно, в принципе, сочетание двух фасадов, которые, ну, не совсем сочетаем между собой, но имеют место быть. Пойдем дальше. Так, следующая стеночка, 63 тысячи без малого. Здесь как раз те фасады, которые я вам говорила. Так, может, мы с ней поменяемся, как-то она у меня в кадр не помешается. Давай. Как-то. Значит, 63 тысячи. Здесь как раз фасады Бергсвикен и Гласвик в виде вот матовых. Помнишь, мы с тобой стекло матовое глухое смотрели? Угу. То есть здесь можно таким образом разбавить. Размеры у данного модуля 2,40 на высоту 2,30. Ну, в принципе, вот такое вполне имеет. Цену? Ты говорил уже? 63 тысячи без там 200 рублей. Такое вот в домашних условиях вполне имеет место быть. Здесь есть зона под ТВ, зона с ящиками, зона хранения и даже что-то, да, красивое, но при этом его не особо будет видно. Это на тот случай, если вы не хотите показывать. Так, лак отдельно, чувствую, я буду, да, стоить? Да, полка лак отдельно. Ну, зачем она там? Что побыло? Вот для меня спорно. Так, разворачивайся. 84 тысячи. Куда тебя спрятать? Целиком не могу захватить. Может, сюда, с этой стороны? Нет, тут. Здесь у нас и перфорированные фасады, и глянцевые, и стеклянные. И причем здесь Бесте Брус. Не стандартная икеевская тумба под ТВ, а именно готовая комбинация Бесте Брус. Ее нельзя... Брус или Бурс? Бурс. Ее нельзя изменить, в ней ничего нельзя сделать. То есть это готовая комби, которая сейчас стала уже стоить 23 тысячи. Тут две дверки. Пойдем смотреть. Хотел сказать ящики, сказал дверки. Опять кусается? Да, ну, без ногтей можно остаться. То есть вот фактически, смотри, здесь две зоны для хранения и вот... Такая интересная ниша, она... Без полочек. Без полочек, да. Хотя полочки можно поставить. Или, ну, там нет этого? Нету. Отверстие. Ой. А смысл тогда от трех, если можно... А вот здесь с полочкой. Угу. Я не знаю, что здесь надо прятать, что здесь надо хранить. Вот функциональность вот этого отсека всегда для меня вызывала спорный вопрос. Зачем он? Здесь просто обычный ящик, а здесь ящик с дополнительной вставкой. Ну, сразу скажу, ее берут, но не так часто. Плюс ценник сейчас немножечко стал, ну, не совсем конкурентоспособный по соотношению цена-качество. Тут у нас организовано такое довольно-таки большое хранение. Кстати, у Бесте очень много икеевских коробочек туда умещается. И тиены коробки, и самые бюджетные. Плюс есть коробки, короба готовые, Бесте фетровые. Но, опять же, да, в зависимости от того, цель какая у вас. Вот она, тиена за 429 рублей, даже больше, и вы вполне можете хранить в ней. Mm-hmm. То есть за 1000 можно купить две коробки. Здесь, опять же, хорошо использовано, сыграли на высоте. Сделали такой мини-модуль для хранения, где можно разместить. Вот, кстати, еще один вариант подсветки, тоже очень мило смотрится. Здесь уже не по всей длине, а точечная подсветка, и она так растекается по углам. Клеится на двухсторонний скотч, если не изменяет память. Ну, к ней тоже электричество нужно. Так, здесь у нас перфорированная зона, посмотрим, что спрятали. Мини-буфет. Вот сразу момент такой хочу сказать. Если делаете вот так, обязательно отсекайте полкой. Если только не планируете, здесь раньше что-то гигантское. А тут полка раньше была. Ну, смотри, крепления остались, а полка ушла куда-то. Зрительный зал. Ну, в общем, полка здесь нужна обязательно. Кстати, есть возможность показать, как крепятся ящики. Ну, тут особо. Ну, здесь все хорошо, крепко и надежно. Угу. И
Здесь у нас точно такое же верхнее хранение, как и предыдущих модулях. 84 тысячи рублей. Данная стеночка 2,40 на 2,57. Так, а вот у нас вариант за 59,799. Вообще, смотрите, чем дороже фасады, тем дороже у вас получается ваша комбинация. Смотри, как интересно спрятали новинку. Рене с тумба под ТВ с дверцами. Культура задвинутых Беста. Ее 7 раслепок не найдут, что это новинка. Ну, интересно сочетается. Металл, дерево, стекло. Интересно смотрится. Кроме цены. Кроме цены. Ну, к ценам надо уже привыкнуть. Ты же привык к ценам на дистопливо, к ценам на твою стройку. Ну, понимаешь, тут немножко другое. Без мебели можно пожить. А вот без топлива, к сожалению, Татьяна Павловна, работа на этом прекратится. Да, если топлива не будет. Так, пока мы еще зависимы от топлива. Поехали разбираться. А Best Sales Weekend, вообще у меня такое ощущение, дорогой муж, что здесь низ все-таки был другой. Потому что, смотри, размер 1,80 на 2,30. А хотя нет, 1,80 м, 2,30 м общая высота. В общем, спорный вопрос, надо пересчитывать. Но вполне может быть 59, потому что фасады сельсвикен, ну, не бюджетное удовольствие. Так, здесь у нас по стандарту прячутся обычные полочки и дополнительный узкий модуль. Но узкий модуль мы вам уже раз, два, три, в четырех вариантах показали. Дальше переходим. Вот о чем я говорила, Best Sales Weekend голубой. Очень красиво, нежно смотрится. Это уголок школьника. Здесь у нас стол Best Bruce. Он идеально подходит по размеру. Это один из самых узких столов в IKEA. Давай разбираться, что здесь лежит в этой комбинации за 29 тысяч. Здесь просто шкафчик без полок, без ящиков. Отсюда ценник. Еще такой момент. Очень многие спрашивают, почему нет заглушек. Заглушек нет, ребят. Поэтому, если вы оставляете открыто, будьте добры, тогда терпите дырки. Либо ищите заглушки в других мебельных магазинах. У IKEA, увы, не под ключ. О чем говорила, любой глубины коробки, любые держатели, то есть организация школьного места для хранения всякой всячины. У нас сейчас два школьника, и мы знаем, сколько всячины этой. Ну, за такие деньги можно и переиграть, так вполне, в более бюджетную можно сторону. Ну, в общем, такой вариант. Пойдем дальше смотреть. Best Valviken. 32 тысячи почти. Здесь у нас тумба под ТВ Best. Кстати, с фасадной частью. Сейчас я ее найду. Верхняя панель 4200. Вот почему-то верхние панели новые, цветные, у нас на выставках в нижнем пока не представлены. По какой причине, не скажу. Отдельно такая тумба, вот низ только, стоит будет 18700. Значит, здесь у нас набор коробок Тьена. Ящичек выдвижной. А, еще такой момент. На чем бы показать? Ну, тут не до всех представлено. Я знаю, что ты хочешь показать. Расход по глубине. Да. То есть бывают такие моменты, что вы собираете тумбу. А, и здесь тоже вот есть оно. То есть вот эта дырочка, это норма. Просто у нас был случай с клиентом, он нам доказывал, что это брак. В итоге IKEA дала официальный ответ, что это не брак, это нормально. Ну, как раз вот это вот половина сантиметра или сантиметра расстояние. Вот не лезет. Так, здесь тоже дверка. Вместе с верхушкой 31 400. Отдельно получается 12 700 и 18 699. Тихо, фокус, что-то у меня расстроился совсем. Здесь тоже представлены подсветки. Вы видите, как полочка хорошо в зеленым цветом играть начинает на фоне подсветки. Одна глухая дверка, если нужно что-то спрятать, и вторая, опять же, стеклянная, со стеклянными полочками, чтобы показать красоту. Mm-hmm. Смотрите, на самом деле, быстро вы можете сделать все, что угодно. Вот такая тумба под ТВ получается в 5700. Сейчас по фэмили. Ну, это вообще минимум, да? Ножки, каркас и одна дверка. Все. Прям совсем минимализм. Из плюсов все-таки, да, если с финансами туго, можно начать составлять по частям.
Дальше вот такой вариант 19-100. То есть здесь получается каркас, два выдвижных ящика и две дверки. То есть прям такой полноценный мини-комод. Полноценный модуль для хранения. То есть обыграть, подобрать можно к любой мебели, не только к икеевской, если вам нужно что-то дополнить. Потом пойдем вот такой вариант. Твой нелюбимый беленый дуб. А почему ты его не любишь? Ну почему не люблю? Я просто к нему нейтрально отношусь. Что есть, что нет? Да. Почти 14 тысяч, 13 400. Здесь получается у нас две дверки, сам каркас, петли. Хотя в комбинацию входит полка, но полки куда-то поснимали. Два набора ножек, ножка-подпорка, два набора плавно закрывающихся петель, две полки, две двери и тумба под ТВ. Ручки. А, нет, ручки здесь отсутствуют. Так. Пойдем еще здесь одну покажем и погуляем по интерьерам. Может быть, где-то в интерьерах найдем путевое место. 57 тысяч рублей. Но это прям вот реальность, которую можно воссоздать дома. То есть готовый такой уже рабочий модуль. Потому что здесь все. Здесь и зона для хранения, и зона для интерьера, и вся красота. Вот, кстати, как выглядят, да, бутылки и количество стаканов, о чем мы с тобой говорили на выставке. Все-таки больших, Дим, больше трех не влезет. Поуже 4. Совсем маленьких, да, до 5 штук. Цельный бар. Так, поколупаемся. Что здесь? Очень хорошо в Беста идут кугисы. Вообще, уже говорила. Практически все коробки для хранения, которые есть в Икее, сочетаются с Бестом. Имейте это в виду. То есть без коробок не останетесь. Здесь пусто. Пустая ниша. Теперь переходим вниз. Внизу, интересно даже, ящики, дверки, как думаешь? Сложно сказать. Вот даже по фасаду-то одинаково, непонятно, что там прячется. Завалили. Татьяна Павловна, ты что? Здесь зафиксировали. А нет. Залипло все. Ящик. Две дверки. Снова ящик. И еще один ящик. Вот такая вполне рабочая. Ну, рабочая, подразумеваю, имеющая место быть дома. О чем мы говорили, удобный планировщик. На сайте вы можете собрать то бесто, которое вам надо. Так, ну мы тогда не прощаемся, идем искать в интерьере. Да? Так, смотрите, вот мы нашли вот для вас очень интересный интерьер, где бесто сочетается с фасадами пакса. И все вместе образует такую общую гармоничную зону. Вот о чем говорила, что можно просто, например, использовать отдельный модуль, да, то есть зона для мейкапа, сверху зона для хранения из Беста сделана. Но здесь целиком 270, имеется в виду вот полностью. Тут у нас получается просто дверки, ящиков нет. Но нельзя не воспользоваться возможностью посмотреть на себя в зеркало. Дальше. Беста Гласвик. Здесь уже такая буфетная зона. Чашечки, стаканчики. И просто общее место для хранения. Вот чем хороши такие высокие каркасы, да? То есть, когда места немного в длину, ты можешь использовать высоту, но при этом все по местам. Хранение отдельно, все красивые вещи отдельно. Двери, голос, двери фордаль, серо-синий глянец, отлично сочетаются с фасадами Беста, фактически выглядит как единая комбинация. И дальше вот такая зона под ТВ, 28 тысяч, подвешенная нижняя часть с ящиками выдвижными и верхняя часть без подсветки, просто для стеклянной посуды. Кстати, книги отлично вот так входят.
Это один из моих любимых интерьеров. Дима считает, что он напиханный, да? И слишком много всего. Нет, тут он больше как бы однородный, одноцветный. Ну, вот он мне монотонный, монохромный. Какие сейчас мне социумы? Нравится. Вот я хочу такую комнату. Не дают нигде сделать. 15 квадратов, кстати. Вот в этом во всем помещении 15 квадратов. Это один из один из самых таких старых, давних у IKEA интерьеров. Что здесь? Здесь Беста под беленый дуб. Кстати, смотрите, да, как с мальмом в сочетании все-таки пары не получится. Разноцветица есть. Мальм более теплый, лапвикин фасады и сам каркас Беста под беленый дуб более в холодную сторону уходят. Здесь хорошо использован верх, потому что мало места, например, для хранения. Если мы говорим, что это, ну, условно, да, какая-то отдельная комната, в которой ну, дофига всего хранится. Если вот так сложить, потому что здесь еще стоит большой пакс, то здесь сделано, ну, то есть я так понимаю, задумка дизайнеров была такая, показать сочетание разных фасадов под беленый дуб, как это будет смотреться. Интересное место из четырех дверок стеклянных на подвесном каркасе для хранения чего-то. Сейчас я попу уберу из кадра. Для хранения чего-то стеклянного, более легкого. При этом совершенно спокойно не выбивается из общей тематики. Дальше. Ну, здесь стандартно, да? Глухие дверцы плюс полочки. И вот здесь покажи, пожалуйста, здесь тоже Беста. Вот здесь реально это самый большой интерьер, где много Беста. Здесь получается у нас Беста сочетание Секет, Беста Лапвикин. Они это подзалипают. Сразу видно, что их не открывают. Здесь у нас два ящика. Опять сыграли на контрасте, дали белого цвета. И стандартная дверца без полки внутри корф для хранения. Поэтому, если выбираете вдруг под беленый дуб, имейте в виду, что вот эта перецветица цветовая, она будет. Возможно, этот бы интерьер более воздушно смотрелся, если бы здесь были элементы больше белого. То есть, если бы не был так перегружен именно под... Да, я бы тут разбирал белым или что-то темным. Или ну, таким, как сочным цветным каким-нибудь цветом. Мы пойдем еще какой-то Беста искать? Или, мне кажется, больше нет интерьеров с Беста? Дальше кухня. Все остальное уже мы... Да. Ну что, друзья, про Беста мы вам все, что хотели, рассказали. Пишите, пользуетесь ли вы данной серией, потому что мы с ней знакомы уже давно. На самом деле, когда мы начали возить IKEA, это была одна из первых серий, которые стали люди заказывать, потому что это удобно, модульно, можно собрать под свой вкус и цвет. Мне кажется, мы вам показали 1000 вариантов, ну да, в голове, которые можно сложить. Плюс заходите на сайт, заходите во всех соцсетях очень много. То есть, если просто бить Беста, если не хватает своей фантазии, как вы думаете, как она будет стоять, чем вы хотите пользоваться, для начала продумайте полностью, что у вас там будет храниться, почему у нас, например, выдвижные ящики. Я понимала, что Аленины игрушки куда-то нужно девать. Если это будут просто полки, это будет хаос. В ящике хотя бы без хлам можно сложить. Потом использовать, вот как Дима, например, сейчас одну часть стенки это использует под свою технику. Поэтому думайте заранее, как и что вы будете хранить, что у вас будет рядом. Если вы пока сомневаетесь, не вешайте ручки, ставьте нажимные механизмы. Ну, в том плане, если вы не знаете, какая мебель будет рядом, чтобы можно было перецепить. У нас все. Дмитрий Юрьевич, ты можешь что-то добавлять? Больше ничего добавить. А стандартные действия для Ютуба? А надо? Загуляю сразу в кадр, да? В общем, друзья, не забывайте, пожалуйста, делать репост и подписываться на канал. Потому что на самом деле это самая, наверное, большая польза для продвижения видео, чтобы мы могли чаще их выпускать. А лайки, лайки. И лайки тоже. Тоже не забывайте. Кстати, в Ютубе сейчас не видно, кто ставит дизлайк, да? Или их вообще не видно дизлайк? Их нету. У них кнопочка есть, но не видно, сколько дизлайков. Количество не видно. Да. Вот. У нас все. Ваши неугомонные просьбы полетели дальше. У нас впереди еще 3, либо 4 обзора, в зависимости от того, сколько сил у нашего оператора. Пока. Пока.